Ils sont nombreux, ces soldats, marqués par la guerre. Alexandre est l'un d'entre eux. Nous l'avions rencontré il y a 4 mois. Sourire aux lèvres, mine radieuse. Mais ça, c'était avant le front. Le contraste est saisissant. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes dans votre groupe ? Да, раненых много было, было также много и 200-х. Несколько человек еще в населенном пункте Андреевка. Это было самое тяжелое, самый первый момент и самые первые дни, когда после штурма, после многочисленных осколочных, у меня мои же друзья погибли у меня на руках. Ну ничего, к этому привыкаешь. Все можем там оказаться в любой момент. Кто-то раньше, кто-то позже.